Итак, тест номер раз. Стресс-тест. Включаем. Загорается. Поднимаем спину. Спина у нас пошла. После чего опустим ноги. Спина поднятая, ноги опускаем. Вот в таком положении. Ноги опущены, спина поднята. И обесточиваем. Пульт еще горит, пульт погас. Ждем 2 минуты, 2-3 минуты. И включаем. Спустя 2 минуты идет включение кровати. Пульт загорается, жмем кровать. У нас первые пошли ноги. Перезагрузки не произошло. Надо было чуть больше подождать. Так. Подождем еще. Продолжаем тест. Включаем. Жмем переворот. Сначала у нас выравнивается спина. Поднимается. Ой, ноги, вернее, поднимаются. Перезагрузки не происходит. Уходит спина. Пошла спина. Жму на переворот. И только после этого должен запуститься переворот. Да, сейчас вот пошел переворот. Делаем переворот, поднимаем спину. Спина у нас не хочет подниматься. Делаем переворот. Чуть-чуть смещаем. И обесточиваем. Через некоторое время попробуем. Итак, мы подняли немного переворот. Включаем блок. Пульт загорается, не мигает. Нажимаем, ну, я не знаю, поднять спину, например. Спину поднять. Сначала пошел переворот. Средняя точка переворота. Нажимаем еще раз, пошла спина. Ну и теперь третий будет тест у нас. Спина, ноги вниз. Чуть-чуть сделаем. И третий стресс-тест у нас будет отключение одного из приводов. Допустим, переворота. Вот я его выключил. Пульт погас. Я его включу сейчас. Все, включил. Пульт. Пульт у нас загорелся. Делаем кровать. Сначала у нас спина. Ой, ноги, вернее, пошли выравниваться. Спина. В перезагрузку не уходит. Делаем переворот.
переворот пошел. Включаем спину, допустим, вверх. Сначала идет переворот, сейчас пойдет спина. Вот теперь пошла спина. Все, все три теста пройдены. Делаем кровать. Спина вниз. Все. Переворот делаем теперь. В одну, в другую сторону. Средняя точка и пошел вниз. Все. Крайняя точка. Выключаемся.